Погодка шепчет минус 10 за бортом. Мы на рыбалочку намылились кентом. Оделись потеплей, чтоб мороз не парил. Пуховичок, двое штанов, носков три пары. Экипировка, снасти, шапка из бобра. Мы в рыбной ловле, так сказать, профессора. Знаем, где клёвый клёв, а где не клюёт. Рыбёха любит нас, а мы её. Тянем, потянем, улов радует глаз. Тянем, потянем, на обед будет у нас. Чё, друзья, всем привет, у меня на канале. Декабрь на Ямале выдался очень теплым. Я на закрытии сезона 22 года. Сегодня у нас 28 декабря. Перед Новым годом решил последний раз ездить, больше уже не поеду. Немного попробовать половить, как всегда, щуки. Жерлицы стоят, лед уже большой, ледобура, мотобура нет. Вручную пилить уже лед довольно-таки тяжело. Сейчас до 10, наверное, жерлиц поставлю, посижу, покараулю. Давайте со мной. Вон сегодня у меня напарник. Иди, бури. Есть первое. Есть вторая. Что-то щука какая-то неактивная. Сразу и выпрыгнула. Хорошо, две штучки есть. Оскар, мы молодцы. Особенно ты. Ну что, третья сработка за сегодня. Ничего так глухозимья. Поехали проверять. Ох, перехлёст гнёт какая. Собака перекрутила. Есть. Смотрю, гнёт стоит. Не крутит. Вот она. О. Уже покрупнее. Бороду выбила.
Хорошо. Хорошо. Оскар, смотри, там тройник. Пошел. Перетрусил жерлицы. Думал, может, подмерзали. Нет, погода. О, сработало он. Даже крутит. Даже крутит. Ох, как крутит, крутит. Вот это-то. Зря перетрусил. Хорошо. Четыре. Для глухозимья уже неплохо. Глубины нет опять. От льда до дна, не знаю, сантиметров 15. Есть, нет. Снег пошел, погода портится. Хотел поехать глухая посмотреть. Только отъехал, жерлица, смотрю, сработала. По-моему, та же опять. И крутит опять. Ага. Корягу, блядь, затащила. Все, нету щуки. Щуки нету. Бляха. Утащила в коряжник. Дрянь такая. Кстати, сегодня чебак. О, еще одна сработала. Нет, здесь. Это здесь. Ага. Смотри, ударила и стоит. Странность какая-то опять. Ударила и стоит. Давненько не было ничего, и тут сработал дальний кордон. Самая дальняя жерлица, на нее надежды вообще как бы не было. Ну, она сработала. Идем проверять.
как там в этих, когда гальяна тащит. Вот, ребята, хорошая. Ребята, смотрите, что-то тащится. А потом, сука, достает, блядь, гальяна на 20 грамм. Вот, ребята, хорошие. Сука. На сегодня, наверное, самая крупная. Удачная лунка. Мы молодцы. А? Дай пять, чувак. Неси живца. Все, друзья, всем пока. До встречи в 2023 году. Может, он хоть будет не такое говно. Все, всем пока.